Компания Apple стала первым в мире предприятием со стоимостью в триллион долларов. Она обошла другой американский гигант Amazon. Знаменитый интернет-магазин достиг рыночной капитализации всего в 900 миллиардов и был вынужден уступить. Знаменательное событие произошло в четверг. Цена на акции производителя iPhone взлетела до 207,5 доллара. Триллионный рубеж был взят. Инвесторов не отпугнул и тот факт, что Apple впервые в своей истории уступила вторую строчку по итогам квартала китайской Huawei.